Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим потрясающе сочную, вкусную, нежную, мягкую куриную грудку. Готовится очень просто, получается волшебно вкусно. Рецепт совсем простой, всего несколько ингредиентов нам понадобится. Здесь у меня 250 мл кефира. В кефир добавляю соль, выдавленный через пресс чеснок. У меня 2 больших зубчика чеснока. Если небольшие, то можно взять штучки 4. И специи, которые вам нравятся, я возьму куркуму, копченую паприку, она остренькая, и черный молотый перец. Тщательно все перемешиваю. Куриную грудку я нарезала вот такими кусочками. У меня здесь 3 куриных филе. Заливаю маринадом из кефира. Кефир замечательный маринад, он размягчит, сделает куриную грудку очень сочной и мягкой. Перемешиваю. И идеально будет оставить в холодильнике на всю ночь куриную грудку промариноваться. Но если времени нету, то хотя бы 2 часа при комнатной температуре. Одеваем кусочки курицы на шпажки с небольшим расстоянием друг от друга. Сковородку хорошенько разогреваем, наливаем растительное масло. Подготовленные шашлычки окунаем в кукурузную муку. С двух сторон хорошенько обваливаем. Если кукурузной муки нету, можно заменить и на обычную. Будет приятная корочка. И выкладываем на сковородку. Жарим на среднем огне до золотистой корочки. Так, теперь проверяем шашлычки. Вот такие загорелые и красивые. Можно переворачивать. Так, ну вот проверяем шашлычки. С другой стороны тоже такие красивые загорелые. Можно снимать. Еще раз хочу уточнить, что огонь обязательно средний. Можно снять на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался. Чесночок, ароматная копченая паприка и просто мега сочная, мягкая и нежная курочка. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч. Пока-пока, увидимся!